motherfucker. What's up, ребят? Это Scrap Mechanic. Вот это наши 400-ки. Все по ГОСТу. Здесь мы выращиваем наши овощи, из которых добываем воду и питание. А это наш маленький заводик, да, который мы себе приватизировали и переделали его, значит, в станцию снабжения. Трактор есть, все сам строишь. Интересная игра на развитие, на механику. Мы развивались как могли. Суть какая? Мы прилетели на каком-то космическом корабле, разбились на этой планете, начали, значит, тушить корабль. Да, когда мы его потушили, мы там вставили батареечку. Приблизительно вот так вот все это выглядело внутри корабля. Был доступен вот такой вот бот на нашем космическом корабле, где мы построили первые азы нашего автомобиля. Первые колеса, первые шестеренки, кубики всякие там из коробок, в общем, строили. В общем, примитив. И когда мы, значит, дожились до этого примитива, мы начали строить грядки, на которых стали выращивать наши продукты. Вот так вот мы складываем на стенках повыше наши ресурсы. Почему на стенках, почему повыше? А потому что, когда мы начали выращивать наши фрукты, начали нападать какие-то роботы. И как выяснилось, их тут много, и они очень не любят дачников. Почему они их не любят и почему они так норовят разрушить все эти наши грядки, это нам предстоит только узнать. В игре есть задание после тушения нашего космического корабля найти механический центр. Нужно было, чтобы он наладил свою работу, найти вторую батарею и установить ее сюда. После установки второй батареи нам был доступен вот этот компьютер, где мы можем собрать следующих товарищей. Это бот-мастер, бот-повар, бот-очиститель, бот-закройщик и бот-сборщик ресурсов. Как они работают? Два из них, точнее три из них мы уже сделали. Сборщик ресурсов больше напоминает вот такую вот платформу, они автоматически обрабатываются вот в этом очистителе. И тут немного механика похожа на Майнкрафт. Мы подставили вот такую линию, в конце поставили сундук, и у нас автоматически ресурсы после обоборота падают в этот сундук. Строили вот такого фотосборщика, который открыл нам доступ вот к таким различным блокам. Да, автомобиль тоже интересная штука. Как в сборке, так и в целом в игре. Так, не самая выдающаяся конструкция, но рабочая, ребята, работает. Состоит она наполовину из дерева, где-то местами коробка, где-то металл. Да, после того, как вы построите, это все еще настроить нужно, чтобы оно правильно крутилось, правильно ездило. А у нас уже рассвет, и скоро все созреет на грядках. Так. Отлично. А вот так добывается дерево, да. Потом мы счищаем с него кору, предварительно нарубив на отдельные части. А потом приступаем к разделке. Ну что там наши помидорки на солнышке? Как себя чувствуешь? О, тут что-то созрело. Можно собирать, тут все созрело. Даже не хочу думать, на чем они держатся. Про то, каким законам физики подвержена вот эта конструкция, я вообще молчу. Смотри, еще и сама строит. Тем временем убрали всю ферму, а время идет. Преступление совершено, они выдвинули обвинение. Нам нужен сельский адвокат. Я буду разговаривать только в присутствии своего авокадо, да. Так как мы добыли очень много нефти и там сделали бензин, вот это вот черненькое, светящееся, это все нефть. И мы, значит, ее удачно собрали так, и после чего, заправив этот все чудо техники, выставив максимальный лимит, в общем, приключения. И мы отправились на поиски новых удивительных вещей. Ехали они долго и умерли в один день, да, врезавшись. Нет, мы скорее всего утонем. Мы будем те, кто не доедет. Здесь обитают различного рода всякие твари, удивительные животные. Я вас сейчас с ними познакомлю. Вообще, что за планета? Ты сейчас охереешь. Твоим эмоциям не будет пределов. Знакомьтесь, это местные коровы. Sunshine. Я не знаю, может, это фабрика какая-то, либо что. Но в чем-то ее особенность. У нее это на лбу. Какой эволюционный путь заставил ее. Но я боюсь встретить здесь быка. Пошли добывать ресурсы. Да. Бурим вовсю. Хорошо, идем. Помнишь, как мы первый раз добывали металл? Ты помнишь наш первый металл? Его первый блеск под лучами этого солнца. А какие кубы мы из него сделали? Нихера, смотри, сколько воска. Слушай, воск прям нужен. Я помню, что воск прям... Че, погнали? Так, отлично. И вот металл, кстати. Таким образом, мы восполняли все ресурсы, которые нам необходимы. Непонятная какая-то станция, возможно, она еще просто не доделана. Игра-то в раннем доступе. Да, мы теперь все будем оправдывать, что нам непонятно ранним доступом.
пришел такой, я, кричит Скайнет. Чух-чух. Хлобана, смотри, что это? Ведро, грядки, спрей. Охренеть, давай забирай спрей, ты у нас там огородница. Еще один фонарь, огонь. Грядки — это самая святая вещь, которая здесь есть. Грядки — это как деньги вообще. А тем временем, смотри, мы уже почти приехали вот к той базе. Палащий рот. Огонь, да? Это ж лайфхак, я тебе кричу. Отлично. Смотри просто. Что это было? Давай я потише сделаю. Что-то я сильный пацан. Тоже, дорогие друзья, вот такая вот удивительная игра Scrap Mechanics. Я думаю, мы в нее будем продолжать играть, будем снимать. Здесь много очень интересного и неизведанных локаций. Что нас ждет, мы узнаем в следующих сериях. С вами был канал Олигейм. Let's play Rag. Увидимся, ребятки. We'll be right back.